Итак, всем доброго дня. Сегодня рассмотрим мини-трактор Inmar, модель YM1610D, 16-сильный полноприводный трактор. Вот, в превосходном состоянии. На тракторе обновлен окрас, выглядит совершенно по-другому. Вот, бомбический вид, как новый с конвейера. Вот. Шины трактора в хорошем состоянии, без порезов, трещин. Вот. Агрегатирован трактор фрезой. Ширина фрезы 1,50 м. Фреза имеет рамку с опорными колесами. У ножей фрезы еще большущий ресурс. Ими очень долго еще можно работать. Тип навески техники трехточечный. Вот. Заглянем под капот. Под капотом все чистенько, сухо, без подтеканий и намеков на это. Вот сейчас обойдем с той стороны. Расскажу немного о рычагах. Здесь у нас располагается рычаг подъема навески, педаль блокировки заднего дифференциала, рычаг включения пониженных передач, рычаг стояночного тормоза, рычаг газа. С той стороны у нас располагается рычаг включения режимов вала отбора мощности, рычаг подключения полного привода, рычаг коробки передач. Здесь три передачи, плюс режим пониженных. Итого 6 вперед, 2 назад. Сейчас запустим двигатель, проверим, как работает двигатель. Вот, и включим фрезу. Ну, собственно, двигатель работает ровно, фреза включается плавно, работает без посторонних шумов. В общем, отличный тракторок для ведения хозяйства.